Привет, дорогие подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. В интернете часто звучит такой вопрос. Прибор температуры охлаждающей жидкости показывает постоянно 90 градусов. То есть, после прогрева двигателя стрелка потихоньку поднимается вверх и останавливается на 90 градусах. При долгой езде на старой приборке показания падали и поднимались только при стоянии в пробке. На новой же они постоянно 90 градусов. Даже при включении вентилятора положение стрелки не меняется. И вот еще такой вопрос. В любой ситуации, жарко, холодно, пробка, трасса, стрелка температуры на приборке не превышает 90 градусов. Точнее, она там стоит как вкопанная, если тыкаюсь в пробках ни больше, ни меньше. Прогревается постепенно. При трассовом пробеге температура в районе 75 градусов. При нагрузках доходит до 90 градусов и все. Я так понимаю, это предел датчика температуры. Но тогда зачем шкала на приборке до 130 градусов? Мне тоже интересно был ответ на этот вопрос. Когда я ездил на Golf 3, после заведения двигателя стрелка постепенно потихоньку поднимался. И когда двигатель доходил до рабочей температуры, стрелка останавливалась на 90 градусов. Больше никуда. То в пробке, то в горных условиях и так далее. То же самое на Passat CC. Правда, когда диагностирую, мониторю двигатель, при прогретом состоянии стрелка постоянно показывает одну и ту же температуру 90 градусов. Но в диагностическом сканере видно, что когда газую, набираю обороты, температура меняется. Плавно доходит, например, до 110 градусов. Но стрелка все равно стоит на одном и том же месте. Пожалуйста, если вы наблюдали похожие явления на вашем автомобиле, пишите в комментариях марку и год выпуска. А если похожие не наблюдается на вашей машине, тоже пишите. Мне просто интересно, на какие марки автомобилей прибор температуры охлаждающей жидкости каким принципом работает. Теперь посмотрим ответы и объяснения, которые я нашел в интернете на вопрос, почему стрелка показывает всегда 90 градусов. Первый ответ. Стрелка будет показывать те же примерно 90 градусов и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте. Хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-140 градусов, стрелка сдвинется с места перед самим срабатыванием аварийного индикатора. Второй ответ. Суть в том, что программно на приборке имеется защита так, что 90 градусов показывает стрелка. Но сам диапазон температур, при котором она указывает на 90 градусов, по факту может быть, например, 80 или 110 градусов, грубо говоря. То есть это нормальный рабочий режим авто. Ну вот так вот. Оказывается, ничего тут страшного. Если есть свои соображения насчет этого вопроса, пожалуйста, пишем в комментариях. Спасибо всем за внимание и просьба подписаться на канал. Жмем колокольчик.